Всем привет, меня зовут Игорь Мережан, и в этом видео я хотел бы обратить ваше внимание на стойку фирмы PIS. Это стойка средней линейки, двухколенная, типа журавль. Эта стойка имеет двойные ноги и противовес. Довольно-таки устойчива и за довольно приемлемую цену. Стойка комплектуется толстым фетром и нейлоновыми закрутками, которые не раскручиваются во время игры.